приехали к вам на занятия вот с этой собакой. И смотрим сейчас сразу заодно, как она будет территорию охранять. Вот подошел я к воротам. Так. Иду настороженно, крадусь. Овчарке примерно год. Кобель у нас там. Крадусь. Я насторожен. Вот он начинает подрыкивать. Его что-то смущает. Он уходит, пока не лает. Вот, хорошо. Спровоцировал его гавкнуть. Отхожу. Показываю, я боюсь. Еще пробуем. Вот, супер собака. Теперь уже видно, что более-менее овчарка начинает охранять свою территорию. Еще пробуем ближе подойти. Вот, супер. Уходим. Уходим, показываем, что собака делает все правильно. И я смущаюсь ее лая. Еще раз закрепляем. Вот, уже лучше. Хорошо, но смущается, от ворот отходит. Смущается мальчишка. Хожу прям вплотную. Смотрим. Где ты там? Вот он. Все, не хочет. Вот так. Все, уходим. Уходим. Ближе не лезем. Видно, что кобелек молодой еще. Нужно с ним заниматься. Нужно его раскачивать. Всем терпения с собаками. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Всем собакам.